Для тех, кто знает, не нужно говорить, что это такое. Для тех, кто не посвящен, скажу еще раз. Это значит, что мы готовы и будем применять ядерное оружие только тогда, когда удостоверимся в том, что кто-то, потенциальный агрессор, наносит удар по России, по нашей территории. Ну, никакой тайны вам не расскажу. У нас ведь созданная система, и мы ее совершенствуем постоянно, она нуждается в совершенствовании. Система СПРН, система раннего предупреждения ракетам нападения. То есть эта система фиксирует в глобальном масштабе, какие старты стратегических ракет из Мирового океана, с какой-то территории произведены. Первое. И второе, они определяют траекторию полета. Третье, районы падения головных частей ядерного оружия. И когда мы убеждаемся, а это все происходит в течение нескольких секунд, убеждаемся, что атака идет на территорию России, только после этого мы даем, наносим ответный удар. Это ответно-встречный. Почему встречный? Потому что летят к нам, а навстречу полетит в сторону агрессора. Конечно, это катастрофа всемирная. Но я повторяю, мы не можем быть инициаторами этой катастрофы, потому что у нас нет превентивного удара. Да, в этой ситуации мы как бы ждем, что в отношении нас кто-то применит ядерное оружие. Сами ничего как бы не делаем. Ну да, но тогда агрессор, он все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. И, ну что ж, а мы жертвы агрессии. И мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют.